Сидите дома. Сопредседатель Общероссийского народного фронта призвал быть бдительными и соблюдать режим самоизоляции. Джамбулат Магомедов напомнил дагестанцам о серьезности ситуации, которая сложилась в стране с распространением коронавирусной инфекции. Он призвал людей следовать всем рекомендациям врачей, не поддаваться панике и не верить фейковой информации. Когда мы без повода слоняемся по улицам наших городов, мы подвергаем не только себя, мы подвергаем всех окружающих большой опасности. Чем раньше, чем четче мы будем исполнять и поддерживать высокую дисциплину, тем раньше мы победим и с меньшими потерями победим эту болезнь. Победа в нашем единении, победа в нашей уверенности, победа в нашей дисциплине, победа в нашей эффективной работе.